Здравствуй, представься, пожалуйста. Здравствуйте, я Давид. Сейчас Давид Анзоров. Откуда ты? Я из Сочи. И со своей командой из Сочи приехал. Хорошо. Расскажи, сколько тебе лет и сколько ты уже занимаешься вольной борьбой? Мне 16. Занимаюсь вольной борьбой 7 лет. Почти 8. Пожалуйста, а кто тебя привел в этот спорт? Зайдите туда дальше. А брат еще тренируется или уже бросил? Раз меня не слышал, в армии еще. Мы будем останавливаться, чтобы обстоятельства, да? А скажи, пожалуйста, на турнире в Ставрополе ты впервые? Да. Как тебе город нравится? Как вы доехали? Что интересного? Ну, не увидели? Сочи, конечно. Но на турнире город. А сколько у вас человек с команды приехало? 6 человек. Участников? Да. Хорошо. А скажи, пожалуйста, в каком месте ты боролся и сколько встреч сделал? Сегодня поборолся пока один раз. Не а весовая категория? А? Весовая категория? Весовая категория 65. А до этого ты где боролся? Какие были соревнования? Сочи, Англия, Малия. Себя. Это первый выезд. Ты по месту, как бы, в районе? Да, да. Хорошо. И как, какие успехи у тебя были? Молодец. Это как бы первый как раз-таки старты к победам. А на каких бы соревнованиях ты хотел бы поучаствовать? Вот куда бы ты съездил, чтобы побороться? На Крайбов хотел поездить. На Нижбо хотел поездить. И на Олимпийский. Конечно, это первый опыт для меня. Конечно, проиграл, Но это опыт. А скажи, пожалуйста, где ты учишься и что тебе из предметов нравится? Нравится? А скажи, пожалуйста, ты знаешь Магомеда Расула Магомедова, юного богатыря? Да. Тебе нравится его борьба? Да, нормально. А вот давай поговорим о сегодняшних соревнованиях. Вот за сегодняшний день у нас было парочку пятибалльных бросков. Ты какой-нибудь из них запомнил? Да. Вот какой тебе из них больше всего понравился? Передний прогиб, там был 2 сотни. После этой встречи приготовиться... Ну, мы тебе желаем дальнейших успехов и будем дальше ждать тебя на следующих соревнованиях.